Я девочка Хаки-Ваки. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. А иначе я найду и съем тебя. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышла новая анимация «Детская горка против паровозика Томаса». Если вы еще не видели этот мультик, прямо сейчас же посмотрите, ссылочка в описании. Ох, как же меня все достало! Борщи из дышек варить, мостовых червей фаршировать, дома убираться, не-не-не, больше так продолжаться не может! Надоела мне такая жизнь! Хватит с меня! Уборок всех этих готовок! В страшных снах аж снится! Вот сейчас пойду, забежусь в качалочку, стану спортсменкой Хаки-Ваки, киси-миси, и буду знаменита, и не надо будет ничего мне больше готовить, будут готовить для меня, так что все, с сегодняшнего дня моя жизнь изменится! Ладно, все, что это я болтаю? Надо быстрее в качалочку! О, а вон и тренер! Я уверена, удивлю их в самый первый день. Всю жизнь кастрюли тяжело таскала. Мусор выбрасывала мешками огромными. В общем, мышцы у меня есть. Ха-ха. Вот они удивятся, эти мужики, когда увидят, на что я способна. Ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Вы тренер в качалочке? О, здравствуй, киси-миси. Зачем пожаловала? Ха-ха. Наверное, какому-нибудь мужичку принесла еду его, да, муженьку своему. Ну, давай быстрее еду отдавай тогда. Иди давай, не мешай нам тренироваться. Вообще-то я записаться пришла. Что? Первый раз в жизни вижу, чтобы киси-миси сама пришла записываться, тренироваться. Девочка в качалку к мужикам. Как смешно. Что значит смешно? Я просто хочу тренироваться, хочу записаться. Ты это серьезно? Ну да. Так необычно. Ну, как бы тебе объяснить, понимаешь, мы мужики. Мы сильные, это, ну, в общем-то, нам по природе положено. Вот, тренироваться, качаться и так далее. А ты девушка, тебе борщи варить надо, убираться и так далее. Так что давай-ка, шуруй отсюда и не делай всяких глупостей. Это не для тебя, я тебя уверяю. Что значит не для меня? Нет, я хочу качаться и все. Как бы не спровадить-то, а? Все, вроде последний подход был. Теперь можно идти домой. Ладно, мужики, давайте, пока. Пока, пока. А я говорю, что буду и все. Ну сколько раз можно объяснять? Тренер. О, синий Хаки-Ваки. Я потренировался, все, последний подход сделал. А что, до понедельника? Стой, подожди. А что у вас здесь, киси-миси? А что девушка забыла в качалке? Что значит, что забыла? Я с завтрашнего дня буду с вами тренироваться вместе. Тренер, это она шутит, что ли, да? Так, киси-миси, ты что, заблудилась? Если бы она шутила, Так, если что, салон, где красят ногти и красят волосы, находится немножечко там, правее. Да, через дорогу, вот, через дорогу там, педикюры, маникюры. Для тебя. Объясняю же, вот видишь, еще один говорит, что качалочка для себя. Что? Хватит глупые мужланы всякую ерунду на уши вешать. Ты, наверное, шла на распродажу новую сумочку купить. Торговый центр там чуть дальше, за лесом находится. Знаешь, я тут сейчас прямо устрою распродажу люлей тебе. Что? Я готова с тобой поспорить, да что ты я тебе сильнее. Да ты как с Хаки-Ваки, с мужиком разговариваешь. Это женщина. Ты же разговариваешь со мной, с киси-миси. Я сильнее тебя, понял? Тренер, вы это слышали? Слушай, а звучит интересно. А давайте спор реально устроим. Да я ее не мизинцем, а то я просто левым работаю. Вот, давай, значит так, киси-миси, если выиграешь синего Хаки-Ваки, сберем тебя в качалочку. А если тренер, в смысле выиграешь? Ты идешь в свой салон. Я же девочек не бью, я же с ней драться-то не буду. Ой, а вам не надо будет драться. Кто больше тяжести поднимет, кто больше пробежит, поприседает, ну и так далее. Я уже целых 3 года тренируюсь. Вот, так сейчас уделаешь и на изи. Ничего он меня не уделает. Я всю жизнь такие тяжелые предметы таскала. Да. Еще скажи, тяжелые кастрюли с борщами, с дэшками, да? Как они догадались? Нет, о чем вы? Другие тяжести. В общем, я тебя уделаю, ученик Хаки-Ваки. Ой, все с тобой понятно. Хоть в этой качалочке. Отлично, сейчас мы эту выскочку быстренько уработаем. Это я тебя уработаю, всем вам мужланам докажу, что киси-миси
Сейчас, подождите, подождите, тренер, сейчас, секунду. Мужики, вы это слышали, а? Там, Кисси-Мисси пришла в качалку тренироваться. Ой, как смешно. Это просто смеяться. Говорит то, что меня выиграет в соревнованиях. О, ну ты тогда давай, братан, уработай ее. Короче, если выиграешь, я представляюсь. Хорошо, ну раз мужики представляются. Ну все, ладно, Кисси-Мисси, я решил. Я согласен. Решил сдаться? Да, согласен. Ну давай, хорошо. В смысле сдаться? Выиграть тебя. Так, ладно, все, хватит болтать. Пора приступать к состязаниям. Ну что, трейдер, какое первое испытание? О, ну конечно же, начнем с веса. Если тут тебе Кисси-Мисси проиграет, то значит в остальных испытаниях и нечего против тебя делать. О, да на изи сейчас ее выиграю. Я не уступлю! Не выступит она! Не выступит, говорит! Да-да-да, шутница! Ну смотри! Ничего, наверное, тяжелее! Смотри, Кисси-Мисси! К столу она не носила! Смотри, как мужики тренируются, хаги-ваги! Смотри! Видишь, да, вот эту тяжелую штангу? Так! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Ну, хорошо, пошло! Молодец, 7, это одна из самых тяжелых 8, штанг у нас. Да, и... так еще и после тренировки уже, эх. 10, или 9, а пофиг, 11, о, 12, давай, сейчас я 14, опа, фух, и 15, медленно, давай, фух, давай хотя бы один разочек так подними, ха-ха-ха. Ну хорошо, сейчас я подниму, ха-ха. Поднимешь, да. Сейчас я вам всем покажу. После этого покажу. Соревнования ты максимум, что поднимешь, это черпак из кастрюли. Я делаю ставку, что она и один раз не поднимет. Ну я думаю, поднимет, наверное, два раза. Кастрюлю же таскала с дышками. Ну, кстати, да, может быть. Ладно, давай, покажи, ну, что можешь. Ну я ставлю на три раза. Может быть, все-таки три раза да и поднимет. Ну, спасибо тебе, Синий Хагиваги. Думаю, на этом твои соревнования сейчас закончатся. Да я знаю, тренер. Как у нас там поднял 15, значит мне надо поднять всего лишь 16. Ну давайте. Раз. Два. Два. О, почему так легко? Три. Что? Четыре. Пять. Шесть. О, кажется, все, силы заканчиваются. Что? Восемь. О, все. О, кажется, она выдохлась. Нет, я не выдохлась. Девять. Девять. Выше поднимай. О, десять. Одиннадцать. О, так и будешь варить дальше в кастрюлях. Нет! 13! Не подняла, тренер! 13! Ладно, 13! 14! 14! 15! О! 15! Шестая! Не могу! Вы видели, тренер? Она один раз не подняла. Она, мне кажется, проиграла. О, еще поднимай! 16! Получается 15! Да, один раз ты не подняла? 15. Ну, наверное, просто реально слишком много кастрюль за раз с дашками таскала. Ну вот да, кстати. Ну, наверное, только получилось. Да-да-да-да, мужики. Не расстраивайся, Синий Хагиваги, я бы да тоже я не другой раз не поднял. Так. Ну что же, похоже, у вас в первом соревновании паритет выходит. О, я знаю решение. Тренер. Ну? Я думаю, все знаете то, что мы, мужики, Хагиваги, все от природы бойцы, там с дэшками, да, с сифоном деремся. Я монстровых червей убивать люблю. Я могу с удара 10 дэшек завалить. Ого, хорош. А ты на что способна? Ты максимум что можешь, так это поварёшкой по столу стукать. Да, мужики. Я только что доказала тебе, что я такая же сильная, как и ты. Не, это не доказательство. Сила заключается не в поднятии каких-то железок. Ну тогда хорошо. Что ты предлагаешь, походиться на дэшек в лесу? То. У нас тут есть поле с дэшками. Вот давай, интересно. Кто больше дэшек. Да, за... это будет интересно. 3 минуты убьет, кто ты победил. О, хорошо. Я тебя уделаю. Я знаю все слабые места человечешек. Я каждый день их прочищала от лишних органов и знаю, куда им бить. Ё-моё. Так что давай. Ну давай. Шутка. Пойдем. Тут недалеко поле с дэшками. Синий Хагиваги, как выиграешь? Возвращайся. Да, хорошо, тренер. Обязательно без нее. Да, без нее возвращайся. Ну давай, Синий Хагиваги. Ну пойдем, выскочка, сейчас я тебя выиграю. Это я тебя выиграю.
Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет! Ну а с вами снова я, Слайкмаст, и, конечно же, Дарк. И сегодня у нас, ребята, будет эволюция Хаги-Ваги против эволюции Киси-Виси в игрушке под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья! Вообще, да, ребят, сегодня будут соревноваться Хаги-Ваги и Киси-Миси, кто из них сильнее. Конечно же, да, друзья, будет их эволюция. Они постепенно будут становиться все сильнее и сильнее и проходить все более жесткие разные испытания. И в конце этой серии мы, ребятки, выясним, кто же сильнее. Мальчик Хаги-Ваги или же девочка Хаги-Ваги. Точнее, Киси-Миси. Ну а с вас, друзья, много-много лайков. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Давайте, ребята, доберем на этой серии 5000 лайков. И тогда будет больше роликов про Хаги-Ваги в Гаррис Моде. А мы, друзья, начинаем. Ну что, Дарк, сейчас я тебя уделаю, твою Киси-Миси. Не, это я уделаю тебя. Ребята, раз, два, три. Так, считаем количество, сколько мы, ребят, убьем. Дэшек. Так, один. Сейчас, друзья, обязательно будем считать. Так, второй, третий. Так, четыре. Четыре. Шесть. Так, пять. Ты что такой быстро, так. Я по две сразу убиваю. А как так? Так, вроде семь. Восемь. Оба. Десять. Куда ты 11, так... Как так быстро? Десять. Тринадцать. Так, вот еще, 15, ребята. Так, 11. 15. 12. 16. Капец, Дарк, как 17, ты курабатываешь? 18. Капец, а, 15, ребят. Так, Дарк, сколько у тебя? У меня уже 16 вроде. 17. У меня 21. Ого. 22. Так, 23, ребята. 23. У меня уже 20 вроде. Так, во, 21. 25. 22. 26. 23. 27. 28. Да капец ты, конечно, быстрый, а? 29. Не, ну слушай, мы-то, конечно, соревнуемся, а здесь 30. Реально, ребят, просто на скорость. Кто больше набьет. А так-то, реально, ребят, кто же сильнее, Киси-Миси или Хаги-Ваги? Довольно-таки сложно выяснить. Я со счета сбился, блин. 26, я тоже. 6, что ли, было? 27. 30 с чем-то было. 27 у меня вроде, ребят, было. Так, ребят, вон много-много-много дэшек. Бегает-бегает много дэшек. На самом деле, такое чувство, что они реально, ребят, равны по силам. Что Киси-Миси, что Хаги-Ваги. Ну, вот кстати, да. На ступеньках, может, Киси-Миси была... А вот, кстати, не скажем, была она слабее или сильнее. Посмотрите серию. Вот. А конкретно так, в этой серии они как-то равны, получается. Да, ребят, реально равны. О, вижу еще одну дэшку. Так, ну это вроде последняя была. Сколько ты набил? Да. Около 40? Знаю. Ну да, а то и около 50. Очень много, короче, набил. Ты не мог набить 50. Ты где-то 40 с чем-то максимум набил. А я где-то под 40 набил. Но опять же, ты просто меня обогнал. Даже не знаю как. В самом начале. Я просто, знаешь, вначале я убивал сразу по две дэшки. Они так кучно стояли, что я вот в те, прям в те толпы ворвался, начал по две дэшки за удар убивать. Поэтому тебя опередил. Ребят, в принципе, реально они равны. Даже бегают, смотри, с одной скоростью. А ну-ка иди сюда, Киси-Миси. Хотя, стоп, я же девочек не бью. Хотя, часто там, ребят, сидит Дарк. На! Ах ты ж, блин, а, еще дерется! На! Ага, смотри, на! О! Ладно, ребят, давайте сейчас будет следующее испытание. Мы сейчас будем сражаться с монстрами. Тоже, кто больше убьет монстров. Но в конце этой серии вас ждет реально интересная битва наших Хаги-Ваги против Киси-Миси. И вот там реально, ребят, кто уже победит, тот реально победил. Хотя, конечно же, еще будут засчитаны все испытания. В этом все-таки испытание реально побеждает у нас Киси-Миси. Но тебе просто повезло. Больше такого не будет. А тебе просто не повезло. Ну что, ребята, следующее испытание для Хаги-Ваги и Киси-Миси. Это мультяшные монстры. Раз, два, три. О, ты первый побежал. Ах ты жучара, подожди. Самый в этот раз я выиграю. Нет, так, ты не выиграешь. Минус два. Минус три. Оба. Минус сейчас четыре. Так, 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 о. Минус... Так, ах, блин... Ай, ты мышь убил. Вот, двое мультяшных псов. Минус, о, друзья, минус 6. 2. Минус 6. Минус 7. Минус 3. О, мышки, минус мышки 4. Бегут. Давайте, собирайтесь. Минус 5. Минус 10. 6. Минус 11. Минус 7. Так, 17. 16. Минус так, это сколько? 8. Ребят, я уже сбился. 20 чем-то. Минус 9. Не-не, я не убил этих. Минус 20 вроде. Так, минус 12. Минус, минус, сейчас. Опа. Так, минус 24. Минус 15. Минус 17. Минус 25. Минус 29, по-моему.
Так, минус 21. Минус так, 21. 32. Так, ребята, 35. Минус 36. О, каких 36? Минус 27. Минус так, 28. 41. Минус... минус 31. Ребята, 46. О, минус 34. 49. 50. Сейчас куда 50. Куда вы бежите, Хаги-Ваги? Вы 50. Моя добыча. Я же 50 дарк набил. Да капец. 53. Так, 54 или 55. 56. 56. Минус 41. Минус 42. Минус 43. Минус 44. Так, минус 58. Минус 50, о, 61 или 62. Так, минус 50. Так, догоняет. О, минус 53. О, ребята. 54. Так, сколько? Минус 70, ребят, минус 70. Так, во, сейчас сразу 4 за раз. Минус 72. О, минус 59, минус 60. Ребята, все, короче, последние, походу, мультяшки. Минус 71. Ой, у меня минус 85 где-то уже, минус 87. О, капец. Все, вроде бы последний был. О, не последний. Да, о, сразу двоих еще. Минус... Так, минус 89. Так, 88 есть. Или 81 только где-то. У меня минус 88 или минус 89, где-то так. Ты меня намного опередил, да. И то, я думаю, мог еще наврать, либо насчитать больше, меньше, наверное, даже больше насчитал, потому что там иногда непонятно было, сколько. Не, я тоже, да, возможно. Ну, короче, где-то от 75 до 90, ребят, где-то завалил. Да. Ударка где-то, получается, от 60... 5 до 80. Да. Ну, короче, ребята, Хаги-Ваги в этом испытании побеждает. Но опять же, ребят, мне просто-напросто повезло. Да, ты первый ворвался в толпу и больше всех убил. Мне кажется, тут, ребят, без битвы реально особо мы как-то это не решим. Да. Ну и, ребята, следующее испытание. Побежали. Да, ё-моё, мы, кстати, эволюционировали, подросли немножечко. Да, ребят, очень сильно вы подросли. Дэшечек и мультяшечек накушались. Начинается веселуха. Так, минус 3, минус 3. Неплохо, минус так, тоже так, 3. Так, ща. О, минус еще 2 уже получается. Ребят, еще 4, минус 7. Ах ты ж, забираешь моих. А, я еще, это я этих твоих, я забираешь. Твоих убил, кстати. Уже, ребята, у меня, ё-моё, минус 15. Ого. Сколько? Минус 15, я, кстати, минус 16. Я не считаю, кстати, я балбес. Это правда. На. Так, минус 18 вроде. О, минус 3, это получается сколько? Минус 21, минус 23, минус 24, минус 25, минус 28 уже. Минус 3, получается, сделал. Так, о, бегу, это мои, отстань. Так, на, блин. Я первый. Минус 20, минус 30, минус 31. Так, давай сюда так, за горы отойдем. Минус 32, минус 34. А у тебя сколько? Минус 36, минус 38. У меня минус 39. У меня минус 40. Минус 41. О, минус 46. Минус 47. О, минус 49. Минус 51. Так, о, минус 48. Так, минус 40... 54. О, 51. О, сейчас будет 54, тоже 54. Троих сразу убил. А, идите сюда, о, вы что там, вы все возле Кисимиси? 57, во, еще двое, о, 59, минус 57, еще трое, ребят. О, 60, минус 58, 60. Еще трое убил, о, да минус ты чисто 63. Стоишь, когда спавни убиваешь, а? Кто так запрещал? Вообще-то десяток. А, о, ладно, сзади бегут. Мои. А почему атаковать не минус стало? Минус 63. А. На спавне, Дарк, нельзя стоять их убивать. А кто? Это не оговаривалось в правилах, это только ты сейчас придумал. В смысле придумал? О, это так вообще нечестно поступать. Неплохо, минус 4. Ой, все, ребят, это последнее. Сколько у тебя, Дарк? Так, минус где-то 60 уже... О, 70 уже 60... сейчас должно стать. Так, да, минус 67, минус... О. Ах ты ж, блин, а! О. Да блин, всех добил! Так, все, уже минус 72. Это все, это последние 73. Были. Да, все. У меня минус 68 где-то, минус 69. А у меня минус 70 с чем-то. Ну ты просто их до спавни, конечно, стоял, убивал. Короче, ну, ребята... Ну кто запрещал? Ну Дарк читерил, так нельзя было делать. Хе-хе-хе. Ну, на самом деле, ребят, реально, Кисимиси, Хаги-Ваги прям очень-очень близки. Тюдликов-тюдлик, ну, поэтому, да, наверное... Да. Ну, я не знал прям насчет того, нос что... Прям нос. Давайте тогда, знаете, как сделаем? Я, конечно, не знал насчет того, что нельзя на спавне стоять. Мы вроде вначале это не оговаривали. Но раз я нарушил, тогда давай будет... Пускай будет нас в этом раунде ничья, вот. Ну, получается, в принципе, ребят, да. Да, знаешь, там те 5 монстров особо большой роли не играют. Это и да. Мы, ребят, все равно примерно считаем. И увидите, по всем испытаниям реально...
у нас примерно одинаковые кисимиси и хагиваги. Но есть, друзья, реально способ, как понять, кто же сильнее. Есть, друзья, еще одно испытание. Вот давайте сейчас мы это устроим испытание. И таким образом мы выясним реально, кто сильнее, кисимиси или хагиваги. Скорее всего, мы, ребят, это выясним. И все это, конечно же, еще предварительно, потому что будет финальная битва. Ого, смотрите, мы, ребята, уже больше, чем сиреноголовые. Кисимиси, ты готова? Да, я готова! Раз, два, три. Теперь, ну, ребята, погнали. Мы больше сиреноголовых. Примитивные создания, слишком долго понимают. И сейчас их понимают. Будем убивать. Ты чё, сколько? О, сколько я убил? О, я почти всех убил, все, это победа. Капец, в смысле? Капец, как ты это сделал? Это невозможно. О, подожди. Вот ты все равно, ты раза в два, наверное, меня больше завалил. Да, ой, еще двоих. Ребята, честно, мы их даже не посчитали. Да, их было слишком много. Так, да. Но опять же, ребята, Дарку просто повезло. Я еще и застрял в деревьях, вы серьезно? Так, вот вижу еще одного сиреноголового. Так, ням-ням-ням-ням-ням. Ой, там вижу еще одного сиреноголового, сейчас я его убью. Эй, нет, мой сиреноголовый. Не успел. Ням-ням-ням-ням-ням, вкусно. Короче, ребят, здесь по-любому победила кисимиси. В принципе, да, ребят, мы очень даже уже выросли. Видите, мы уже больше, чем деревья. Больше, чем дома. Огромные теперь кисимиси и хагиваги. Но, ребят, все-таки мы эту эволюцию как-то должны закончить. Кто-то должен победить. По очкам, наверное, все-таки побеждает Дарк, то есть кисимиси. Но, с другой стороны, они реально, ребят, по силе примерно равны. Все-таки, видимо, игрушки, когда на заводе эти производили, да, хагиваги, у них начинка у всех одинаковая, просто их покрасили в разный цвет. Поэтому, как бы, то, что общество хагиваги разделено, это вообще, ребят, как-то странно. Потому что синие хагиваги, что вот розовые, реально одинаковые. А вот красные хагиваги и зеленые вроде как реально сильнее. Мы это, ребят, проверяли. Ладно, теперь давайте сейчас, ребят, будет финальное испытание. По очкам вроде побеждает кисимиси. И сейчас будет еще финальная битва. Вот кто, ребят, в ней победит, тот, получается, у нас сегодня и побеждает. Ну что, друзья, сейчас будет битва века в рамках нашей сегодняшней эволюции. Эволюция хагиваги и огромная армия хагиваги. Вот, кстати, ребят, максимальная эволюция на сегодня хагиваги. Против эволюции кисимиси и армии кисимиси. Вот, ребята, самая большая и сильная кисимиси. Получается, ребят, 30 на 30, плюс один великан с одной стороны и один великан с другой стороны. Ну что, вы, ребята, готовы? Раз, два, три. Ух, вот это, ребята, началась замес жара. Начался. Хо-хо-хо. Капец, смотрите. Смотри, великан схватил одну кисимиси в толпу. Что? Чего? Как это? Как это произошло? Ребята, в смысле? Это невозможно! Что за жесть? О, смотри! Двое на одного получается. Да-да-да. Ребята, капец! Что реально происходит? Так, что с большим этим хагиваги? Давайте. Отпусти, отпусти! Хагиваги, отпусти ее! Или кисибись, отпусти хагиваги! Так, ребят, что еще происходит? О, реально? Все, не успокоились. Надо, короче, синего схватить и оттащить, я полагаю. Не получается что-то. Ребятки, о, смотрите! Розовая, ребят, кисимиси убила мелкого хагиваги. Теперь они, ребят, дерутся один на один. И кто кого в итоге? Что реально происходит, ребят, а? Они давай сцепились. Ты одного, я другого. Давай. Во. Не получается. О, получилось. Во. О, наконец-то. Ребята, просто жесть. О, ты видел это? Она ломает его. Да, они опять друг друга хватают, да-да-да. Ох, ребята, мне кажется, очень будут долго драться. Так, по ХП, ребят, интересно, кто выигрывает? Девочка проигрывает, понимаешь? Пацан все равно сильнее. Да, потому что из-за этого лага, ты видел? Она его просто крутила вокруг себя, он ее убил все это время. Естественно, она начала проигрывать. Не факт, что так это было. Может быть, это еще мелкий там набил. Стоял пока ну, втихаря. Ну, может быть. Ох, ребята, как же они долго дерутся. О! О, кисимиси съела хагиваги, что? У нее, ребят, осталось очень мало ХП, понимаете? Капец, вот это неожиданный финал. Чего, друзья, смотрите, 36 всего лишь тысяч ХП. Ребятки, получается, реально сегодня кисимиси побеждает. Ха-ха-ха. Вот так, ребят, реально просто нежданчик. Нереально, ребят, просто нежданчик. Кисимиси сегодня побеждает. Да, хагиваги, к сожалению, сегодня, ребят, в этой эволюции проиграл.
Ну, кстати, да, ребят, те, кто болел за Хагиваги, к сожалению, что-то сегодня Хагиваги не смогли. А вот кто болел за Кисимиси, да, ребят, в итоге почему-то розовые Хагиваги победили. Все, ребята, было максимально честно, вы сами все видели. И реально, ребят, в честных боях, в честных соревнованиях, в честных поединках Кисимиси сегодня побеждает, ну и, соответственно, эволюция Кисимиси тоже. Интересно, ребята, кто бы победил? Кисимиси или качок Хагиваги? Ну, мне кажется, тут очень даже очевидно, кто его победил. Но с другой стороны, представь, будет качок Хагиваги и качок Кисимиси. О, вот ребята, это да, наберете вопрос. Много-много лайков, мы обязательно устроим эволюцию качка Хагиваги против качка Кисимиси. Хотя, девочка розовый Хагиваги, чтобы стала качком, это что ж, ребят, ей нужно делать? У нас, ребят, все, как вы заметили, качки, это какие-то монстры мужского пола. В общем, да, друзья, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Сегодня мы, ребята, реально устроили офигенскую битву. Ну, а с вами были я, SlikeMust. И, конечно же, друзья, ох-ох-ох. Дарк, ой-ой-ой, капец, кстати, Кисимиси такие уж-то и слабые, когда особенно толпой нападают. Да-да-да. Мы, ребятки, с вами на это обращаемся. Всем, друзья, конечно же, пока-пока. Всего хорошего, народ.